Приветствую, уважаемые друзья. Еще один выпуск «Реальные холодные звонки». Давайте попробуем, позвонить в эту компанию. А, у них есть сайт. Класс. Алло. Алло, здравствуйте. А подскажите, с руководителем как я могу поговорить? Руководитель, что вы хотели? Меня Олег зовут. Я вам звоню сейчас по поводу работы сайта. А к вам как обращаться можно, подскажите, пожалуйста? Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас проводили исследования по нашему городу, по поисковым запросам, и смотрели, что по вашей отрасли, в принципе, люди ищут там шиномонтаж, вот все такое, тем более сейчас сезон. Вы как-то продвигаетесь вообще в поисковиках, там, чтобы заявки через сайт принимать от клиентов? Не продвигается, сейчас мне уже ребята этим занимаются. Не занимаются? Не, занимаются. Раньше нет, а сейчас вот, уже заказал. Вы уже заказали какие-то услуги, да? Да. Ну, смотрите, если вы принципиально только с теми будете работать, или если мы вам, может быть, интереснее что-то сейчас предложим, более качественно, так скажем, и бюджет адекватнее. Они мне сайт делали, и сейчас, в принципе, вот договорился. Но не знаю, если вдруг что-то там. Дмитрий, ну смотрите, я зашел сейчас на вашем сайте, но, честно говоря, я вам могу выслать для сравнения наши работы. То есть здесь есть что поменять, чтобы конверсия в заявку стала больше, я вам честно скажу. Может, встретимся, тогда обсудим, вы посмотрите. На какой сайт вы смотрели? Ну, я зашел на шиномонтаж... Точка... Ну, вот в 2GISе он указан, клиенты его видят, как бы. Ну, вообще, сейчас другой будет сайт. Будете перерабатывать, да? Да. Ну, а как... Сейчас пока еще картинок нету, но так будет... Да, у вас... Ну а как вы смотрите на то, чтобы мы альтернативный проект для вас сделали? Вы бесплатно, просто макет, да? Вы посмотрите, если наш вариант больше понравится, я думаю, по цене мы с вами договоримся. Или вы принципиально макет, только с теми? Макет сайта? Макет сайта, да, таким сделаем, чтобы он действительно, вот как исследования рынка показывают, давал большее количество заявок вам. У нас макет, есть такой опыт. Просто, я поэтому и предлагаю вам. Ну, как бы сейчас уже просто-напросто маловероятно, что буду работать. Я уже с теми ребятами не делаю сайт и договорюсь по поисковым, чтобы они продвигали. Но вы же им все равно деньги платите за это, правильно? Что? Вы же все равно им деньги за это платите и хотите, чтобы результат был от этого максимальный. Ну, да. Ну, давайте, может, тогда мы бесплатно подготовим. Потом, если у вас будет время, может быть, на этой неделе, мы к вам подъедем, покажем. Да-да, нет-нет, как бы, если решим работать, можно попробовать. В конце концов, есть такое в интернете, называется сплит-тестирование. То есть, когда у вас два сайта, и пользователи просто распределяются между вот этими сайтами, ну, между разными страницами, так скажем, одного сайта. И та страница, которая лучше работает, вы в итоге оставляете, потому что она дает большее количество заявок. Ну, вообще, обычно делают одностраничники или несколько одностраничников на каждую услугу, которая, вот, допустим, шиномонтаж, одна страница, да, сделайте шиномонтаж, получите там какую-нибудь скидку или суперпредложение какое-то дополнительное. Вторая страница делается на другую услугу, которую вы оказываете, ну, наверняка же там дополнительно. И, соответственно, люди заходят, видят, что это то, что им нужно, то есть целевое действие, и сразу, допустим, покупают у вас, ну не покупают, оставляют заявку. Или бронируют место, чтобы не ждать в очереди. То есть мы тут с вами уже продумаем, как лучше сделать. И составим одно предложение какое-то. По деньгам сколько это будет? Ну, по деньгам бюджеты разные. Если мы говорим об одностраничниках, ну, меньше 10 тысяч мы не берем в работу заказы. То есть, а там дальше мы с вами договоримся, в принципе, чтобы и для вас конверсия была приемлемой. Это хороший, качественный одностраничник, который будет вам давать конверсию. Мы даже показатели конверсии можем с вами прописать в договоре, чтобы, сами понимаете, и вы были уверены, и мы просто знаем, у нас-то опыт есть на рынке. Мы сайты делаем по всей России, не только по нашему городу. По шиномонтажам делали? Да, по шиномонтажам делали тоже. И мы даже с клиентами, я вам могу потом ссылку скинуть или при встрече покажу, там какой опыт. Ну, и шиномонтаж, автосервис. Там делали.
А? Кому делали? Мы делали по в питерским компаниям. Костом для примера нет, да? Ну, для примера мы подберем, мы вам вышлем тогда макеты. Но вообще в идеале, я говорю, мы бы с вами просто встретились, и я бы вам показал макеты, как можно сделать. Если выберете, который вам больше нравится с точки зрения визуального эффекта, а конверсию потом будем замерять, чтобы и повышать. Хорошо, я понял. Давайте на следующей неделе, может быть, я к вам подъеду. Вы бываете вот по адресу, вот как у вас в Дагисе указан? Да, бываю. А когда, в какое время лучше подъехать? Правильно? Угу. В какое время лучше подъехать? Пока не могу сказать. Обычно после 6 там бываю. До дня. Ну, давайте Ага, давайте на следующей неделе во вторник, в принципе, время есть после 6. Я могу вам набрать, и тогда мы с вами там встретимся и обсудим. Хорошо? Хорошо. Угу. Ну все, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Вот еще один пример, как можно договориться с клиентом о встрече. Во вторник после 6 я набираю, мы встречаемся. При этом клиент работает с другими, уже заказал у них сайт. То есть на самом деле все реально. Второй звонок подряд и вторая встреча подряд – это что касается продажи сайтов. Ничего сложного в этом нет, как вы видите. Звоню легко, звоню даже достаточно банально, без всяких хитрых фраз, еще что-то. Это одна тактика сейчас используется – это назначение встреч. То есть я звоню с целью задать клиенту уточняющие вопросы и назначить встречу. Сайты можно продавать и с помощью других тактик и приемов.